открытие выставки замечательного красноярского художника, ветерана Великой Отечественной войны, живописца и графика Ильи Дмитриевича Титова. Когда смотришь на работы, которые находятся в экспозиции, рождается множество ассоциаций, и музыкальных, и поэтических. Например, достаточно вспомнить слова Гёте: «Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой». Или, например, поэтические строки Владимира Высоцкого: «Лучше гор может быть только горы, которых еще не видал». Многие из произведений, которые находятся в экспозиции, хорошо знакомы любителям искусства, зрителям, они часто участники различных выставок. Экспозиция объединила многолетний творческий путь художника, его творческие искания. Ну и, конечно, притягательность пейзажных работ Ильи Дмитриевича в их кропотливом проникновении в чувстве и понимании сибирской природы, окружающей красоты. Известно, что созданию работ предшествовал многолетний труд, поиск для того, чтобы создать целостный пейзажный образ. Илья Дмитриевич очень долго работал с натурой, делал зарисовки, и только потом уже рождался достоверный поэтический пейзажный образ. И сам художник тоже не раз говорил о том, что он выступает своеобразным посредником между человеком и природой. Действительно, живя в такой суетливой городской среде, мы редко задумываемся, а что же собой представляет действительно гармония и то абсолютное изначальное начало. Выставка у нас проходила очень активно. Илья Дмитриевич сам подобрал все работы, составил прайс-лист на работы, переписал их все и очень трепетно относился к данному мероприятию. Илья Дмитриевич, в связи с этим я разрешите вручить вам благодарственное письмо от нашей галереи и большое спасибо, что вы с нами посотрудничали. Министерство культуры Красноярского края награждает вас благодарственным письмом от имени министра культуры Елены Галкиной-Пасниковой. Передаю вам поздравления с открытием выставки. Огромное вам спасибо, что вы это дело осилили. Это здорово, что у нас есть возможность посмотреть. Вот, дай Бог вам здоровья, и дай Бог вам... Вот я очень рада быть на этой выставке, потому что я вообще очень люблю ваше поколение. Поколение людей, которые пережили, ну, все, пережили и смерть, пережили и ранения, пережили кровь, видели все. Но они по сравнению даже с нашим поколением, я уж не говорю о более молодых, они остаются молодыми, молодыми в живописи, остаются молодыми по жизни и сумели пронести вот какую-то чистоту и доброту. Вот вы, как художник, высказываете эту вот вашу доброту в ваших полотнах. Сегодня вот с Игорем Поликарповичем говорили, что очень яркие краски, светлые, чистые. То есть вот то добро, которое у вас есть, несмотря на все тяжести, на все перипетии жизненные, потому что началась жизнь, юность началась с войны, которая все перечеркнула. Вот несмотря на это, вы сумели пронести вот это доброе чувство. Поэтому я очень благодарна вам. Я благодарна вам за то, что мы можем видеть это. И хотелось бы еще видеть эти работы и новые работы еще долгие-долгие годы. Я хочу сказать, что творчество художника Ильи Титова – это пример настоящего честного отношения к себе, отношения к искусству, отношения к тому, чем его душа может быть вот окрылена. Это наша родина, это красивая природа. И, конечно, Илья Дмитриевич, хочется поздравить вас и с выставкой, и с праздником. Хочется пожелать вам не останавливаться. Хочется пожелать вам, чтобы вы дальше радовали своими выставками всех нас, всех, кто любит ваше творчество. Это творчество откровенное, это творчество настоящее. Это творчество, не ангажированное рынком, ценами и спросом. Вы настоящий большой художник, и от нашей организации, от Союза художников России, мы поздравляем вас с открытием персональной выставки и выражаем благодарность за ваш многолетний труд, вклад в сохранение и развитие изобразительного искусства и культуры Красноярского края. С пожеланием крепкого сибирского здоровья и творческих успехов
благополучия вам и вашим близким. Илья Дмитриевич, поздравляю вас с праздником, поздравляю вас с выставкой. Всего самого доброго и самого наилучшего. Замечательного художника выставка. Одна из самых красивых за последнее время в этой галерее, да не только в галерее, в Союзе. И Илья Дмитриевич прошел большую жизнь и всю свою жизнь занимался любимым делом, как бы его жизнь ни поворачивала. Замечательно. Мы с тобой еще победим. Да сохрани, так, Красноярская региональная организация Святого Союза художников России награждает Ермаков Александр Александрович за сохранение и развитие традиции Российской реалистической школы живописи. Именной премии Титова Илья Дмитриевича. С пожеланием крепкого сибирского здоровья, творческих успехов и благополучия. Согласен, Илья Дмитриевич? Ночи нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все же бессилен он. Сомнения прочь будет в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Принадлежит поколению, которое защитило нашу Родину, спасли наше поколение, подарило нам жизнь. За радость! Спасибо вам за радость, которую вы приносите своим творчеством. Всего вам самого доброго, хорошего, всегда во всем. Спасибо, спасибо, еще раз спасибо. Я за себя и за вашей семьи. Еще до встречи вышла нам разлука, а все же о тебе я вижу сны. Да разве ж мы прожили вдруг без друга, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Наверное, я до срока стала старой, но только в этом нет твоей вины. Какой же мы красивой были парой, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Снова ты протягиваешь руки, зовешь из невозвратной стороны. Уже ходили в школу наши внуки, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны.